такое музыка? Вот это вот то, что мы, так сказать, исполняем. Это весь мир. В музыке весь мир. Со всеми космическими, философскими, со всей природой мира, со всеми личными радостями, горестями. Все там отражено. Это потому музыка и есть универсальный язык. Я столько концертировал в свое время по бывшему Советскому Союзу. И я уже вот играю сейчас, я, значит, активно уже, так сказать, настоящая концертная деятельность начала у меня в 1955 году. Благодаря закрытой системе, существовавшей в советские времена, многие выдающиеся исполнители были вынуждены выступать в самых отдаленных городах страны. При этом следует заметить, что невозможность показывать свое искусство в признанных артистических столицах мира в известном смысле обернулась благом для многих поколений слушателей, которые смогли часто бывать на концертах больших мастеров. Как вспоминает Дмитрий Башкиров, только на Дальнем Востоке не удалось побывать. В 80-х почти на целое десятилетие он стал невыездным. А потом исчезла страна, наступила новая эпоха. Конечно, вот все эти последние полтора десятилетия очень многое изменилось. И все эти политические изменения, и какие и нравственные, я бы сказал, тоже. Они, конечно, сказались на все, не может культура отгородиться от всего этого. И какие-то, иногда это хорошие изменения, иногда совсем не самые лучшие. По словам Дмитрия Александровича, публика тоже очень сильно меняется. Исчезает тот особый тип слушателя, который всегда был требователен к нюансам исполнительского искусства. Воспринимаю по аплодисментам. Хлопать можно сколько угодно. Я через 10 минут я уже чувствую, они есть контакт у меня с этой публикой или нет. Потому как они слушают, как они дышат. Вот это необъяснимое ощущение. И вот это ощущение, которое у меня было там 40 лет там назад, 45 лет там назад, оно и сейчас присутствует. Так сложилось, что я живьем, как это говорят, его слышала один раз, лет 7-8 назад. Но это было совершенно незабываемое впечатление, это было своего рода просто потрясение. Какой-то совершенно непостижимый пилотаж, очень высокий пилотаж искусства. И по сути это, вот вы спрашиваете, что он для меня? Да, это стало эталоном. Для меня это был некий абсолют, возведение вот вообще в норму, в классическую норму. И даже, знаете, уже
за пределами исполнительства, потому что уже не думаешь о том, что это, о технологии, как и что. А это вот на той грани, где самое высокое творчество и уже таинство. У него настолько выровнена клавиатура, как будто вот все, что он хочет, включая малейшую вот деталь, йоту звучания, вот он может сделать все. Он, как раз можно отметить, один из немногих, у которого рояль действительно поет. Дмитрий Александрович отличается какой-то удивительной нежностью звучания и в то же время потрясающей проникновенностью и вокальностью. Он делает так, как он считает нужным. Это настолько убедительно, то, как он играет, что кажется, и по-другому нельзя, и по-другому невозможно. Я никогда не бываю доволен тем, как я играю, но атмосфера в зале – это просто дорогого стоит. «Это совсем непродуктивно, когда ты начинаешь нравиться самому себе», — говорит Дмитрий Башкиров. Но и излишнее самоедство также действует разрушительно. Только гармоничные личности добиваются серьезных результатов в нашей профессии. Башкиров до сих пор чрезвычайно энергичен. Он ведет мастер-классы по всему миру, активно концертирует, занимается педагогической деятельностью. Был такой старинный анекдот, который я очень часто вспоминал. Как учитель приходит домой и говорит: «Боже мой, какие у меня тупые студенты в классе». Один раз объяснил – не понимают. Второй раз объяснил – не понимают. Третий раз объяснил – уже сам понял, они все не понимают. Иногда, объясняя и формулируя какую-то музыкальную задачу, что-то становится ясно для самого себя. Как музыканта, как исполнителя и так далее. Вот. Но, скажу честно, конечно, у меня сейчас такой непомерный объем педагогической работы, просто на части разрываюсь, то, конечно, я 50-50, как было раньше, я уже не способен, уже не тот возраст и не те силы, хотя говорят, что у меня сил еще и энергии хватает. Вот, и поэтому, конечно, я сейчас гораздо меньше начинаю играть, потому что я обожаю педагогику, и я считаю, что в моем возрасте я уже наигрался, а самое святое дело – это помочь молодым. Каждый педагог, он где-то не просто наставник и воспитатель, он еще ведь и отец. И то, что Башкирову Дмитрию Александровичу это удается, судя по тому, каких потрясающих музыкантов он выпускает, это говорит просто еще об одной грани его потрясающего таланта. Только испытываю счастье от того, что у нас есть люди, которые не просто со своим талантом делятся со сцены, но еще и передают, отдают другие руки и отдают это потрясающе чутко. Человек уехал в 60 лет, он уехал в Испанию. Конечно, он уехал состоявшимся музыкантом, безусловно. Но в 60 лет начинать – это очень непросто. И он как раз там открыли в Мадриде вот эту высшую школу королевы Софии. И он там себя не просто утвердил, он взлетел еще выше. К нему же едут учиться со всего мира. Когда Башкирова спрашивает, какова его главная педагогическая идея, он отвечает: «Педагогика на вырост». Задача педагога состоит в том, чтобы в первую очередь сформировать мировоззрение учеников и помочь им выработать такое понимание аспектов исполнительского искусства,
чтобы и в отсутствии учителя они были способны саморазвиваться. Я очень мало всегда студентов имел. У меня за всю жизнь, наверное, я единственный такой. У меня и в Москве, и в Мадриде, где вот никогда не было больше 9 студентов в классе. Потому что я считаю, что это штучная работа, а не конвейер по производству лауреатов. Именно штучная работа дает значительные результаты. Можно было бы посвятить несколько передач ученикам Башкирова, которые живут и работают в разных странах и на разных континентах. Достаточно назвать имена: Дмитрий Алексеев, Борис Блох, Николай Демиденко. Это представители старшего поколения выучеников Башкирова, как их называет сам маэстро. Из более молодого поколения это Станислав Юденич, Эльдар Небальзин, Аркадий Володось, кстати, моя дочь, которая очень активно концертирует по миру. И много-много я еще могу масса людей назвать. И из самого молодого поколения у меня очень талантливый сейчас еще мой ассистент нынешний, Клаудио Мартинес Меннер, вот, который, да, выдающийся исполнитель музыки барокко и Баха, просто, я считаю, один из лучших в мире сейчас. Настоящий педагог всегда учитывает личностные качества ученика, добиваясь обоюдного доверия. По признанию Дмитрия Башкирова, он сам должен очень интенсивно трудиться, чтобы игра его учеников была живым музицированием, а не формальным следованием музыкальному тексту. Какой бы сильной личностью ни был педагог, как бы сильно он ни влиял на своего ученика, он обязан сохранить индивидуальность и самобытность молодого музыканта. Везде самое ценное для меня, когда пишут, что удивительно у одного педагога, который достаточно имеет свой стиль и игры, и преподавания, все ученики играют по-разному. А потому что я изначально никогда не считал и не считаю, что то, что я сам делаю как артист, это лучший вариант. Я делаю так, как я это чувствую, но вообще я не считаю, что это единственное возможное и что это лучше. Не потому что, как я говорю, в искусстве одной правды нет, и это счастье любого вида искусства. Одной правды действительно нет. Однако умный, ищущий музыкант, по замечанию Башкирова, стремится извлечь полезный опыт из всего, что его окружает. Ведь один из уроков мастера состоит в следующем. Чтобы оставаться в творческом тонусе, необходимо интересоваться жизнью во всех ее проявлениях, а не только упражняться, сидя за роялем. Даже сейчас, когда у меня вот свободная буквально неделька, я стараюсь выбрать время без концертов и без мастер-классов, и без всего этого поехать куда-то в красивые какие-то места, в какую-то страну, и все, и посмотреть что-то, погулять. И это мне дает потом какое-то вот новое дыхание. Я как бы проветриваюсь внутренне. Если я воспринимаю так природу, и я столько получаю от нее, может быть, какая-то внутренняя живость восприятия музыки, она в какой-то связи находится вот с этим восприятием внешнего мира. Природа, говорит Башкиров, будто бы постоянно пританцовывает, даже когда, казалось бы, выглядит полностью обездвиженной. Природа никогда не бывает статичной.
Это слова умудренного опытом путешественника. Из своей первой поездки в Америку в начале 60-х Башкиров привез около 60 долгоиграющих виниловых пластинок, 10 из которых были с классической музыкой, остальные исключительно джазовые. Одно из самых моих больших музыкальных огорчений, что у меня никакого таланта к джазовым импровизациям. Лишен я этого. И это совмещается с невероятной любовью к хорошему джазу. Я иногда даже студентам говорю, когда вот не умеют фразировать, я говорю, послушайте, как джазмены фразируют. Не то, что буквально так, но выпуклость фразы, рисунок фразы. Потом, например, я говорю, вот там играют там пиццикато. Говорят, надо квази-пиццикато. Вот это сухое пиццикато, а это вот сыграйте, как джазмены на контрабасе. Когда бум-бум, вибрато. Послушайте, как это джаз. Вот изобразите это на рояле. Вот такие какие-то аналогии. Ну вот современные, то же самое веяние джаза, они меня не так увлекают, потому что так же, как современная музыка, в лучших своих проявлениях очень создает интересные сочинения. Но в принципе я всегда считаю, что это эксперименты на пути к какому-то новому музыкальному языку, по большей части, а не вот уже готовое что-то такое, субстанция какого-то стиля, действительно. Хотя все равно выдающиеся таланты создают очень интересную современную музыку. А вот джаз я предпочитаю слушать вот это. Не потому, что я консервативный, но потому, что там такая красота, такое воображение, такая музыкальность. Молодое поколение классических пианистов, наверное, более прогрессивно, признает Дмитрий Башкиров. Сама жизнь заставляет их быть таковыми. Только надо проводить разницу между передовым мышлением и желанием не отстать от моды. Наше поколение, размышляет маэстро, в массе своей было более консервативным, но и более вдумчивым. Перед нынешними музыкантами открыт весь мир, поэтому они начинают спешить, им не хватает концентрации на самом главном. Нам многое не позволялось, но при этом в прошлые годы было легче состояться в профессии. Достаточно было стать победителем какого-то довольно известного конкурса, чтобы тебе на 2-3 года открылись концертные залы. Сейчас ситуация уже не такая, потому что забито все талантливыми ребятами, забито лауреатами высоких премий. Я получаю вот такой вот, я не знаю, альбом, там минимум 100 конкурсов только пианистических в год в мире. Кошмар. Значит, где-то минимум 80 первых премий. Ну а где их? А уж я не говорю вторые, третьи, четвертые. Если вот каждый год человек едет на конкурс, вот он играет, он штампует программу для этого конкурса, и все. А надо все-таки оставаться самим собой, а не доказывать жюри, что вот я могу играть так, как вот вы хотите. Дмитрий Башкиров уже очень давно относится к музыкальным конкурсам как к печальной необходимости. Реальность такова, что некоторые обладатели первых премий бесследно растворяются. К сожалению, то, что происходит на современной классической сцене, подчиняется жесткой логике бизнеса. По словам Дмитрия Башкирова, борьба за выживание в исполнительском мире приобретает уродливые формы. И это сказывается на стилистике исполнения. Я считаю, что неправильно, когда говорят, что самый лучший тот, который все одинаково хорошо играет. Так, во-первых, не бывает, что все хорошо одинаково играть. Во-вторых, те, которые хорошо играют, они могут быть очень хорошими, но они никогда не будут самыми яркими индивидуальностями. Самые яркие индивидуальности всегда имели какие-то приоритеты в исполнительстве и какие-то слабые пункты.
на прошлом году я сидел вот Хамамацу, это в Японии конкурс. Но выходят какие-то пигалицы, тощенькие, маленькие, 15-летние японочки, кореечки. Вот. И играют так, что не лучше, чем выдающиеся виртуозы, которых я слушал в моей юности. Ну и все. И играют этим, так на рояле. А музыки не, на 5 копеек. Есть в биографии Дмитрия Башкирова один многое объясняющий факт. В 26-летнем возрасте он стал ассистентом легендарного педагога Александра Борисовича Гандельвезера, под руководством которого прошел школу строгого стиля. Отсюда исполнительская основательность, точность фразировки, верность авторскому замыслу, ясность построения формы. С самого начала Башкирову везло на учителей. Я очень много взял от первой своей учительницы в Тбилиси, замечательную педагога и музыкантша Анастасии Давыдовны Версаладзе, воспитанницы прославленной русской пианистки, самой знаменитой в свое время Анны Есиповой Петербургской консерватории. А Анна Есипова была ученицей, ассистентом и женой Лишетицкого Теодора, а тот был учеником Черни. В общем, там такая родословная вообще, да. Вот. В музыкальном мире это одна из ярчайших фигур исполнительского искусства, русского исполнительского искусства. Причем она и возникла-то на очень интересном рубеже 50-х-60-х годов. Я называю это поколение детей отцов-победителей. Огромная плеяда молодых исполнителей по тем временам, которые, ну, получили образование у блистательных наших стариков, таких как Гальденвейзер, Нигаус, Игумнов, Блуменфельд. То есть они еще выкормыши очень такого великого поколения пианистов русской школы, дореволюционной. И вообще-то в такой большой когорте ярчайших исполнителей показать свое лицо, занять свою нишу, причем ярчайшую нишу, какую занял вот Дмитрий Александрович в те годы, это вообще о многом говорит. Вообще не люблю, когда говорят «школа». Что значит «школа»? Вот говорили «школа Нигауса». С одной стороны, да, школа Нигауса. Но с другой стороны, в этой школе люди, которые совершенно друг на друга не похожи, и даже не скажешь, что один учился у Нигауса, скажем, Гильдс и Рихтер. Но это вообще совершенно разные миры, разные планеты. Или, скажем, я... Там, ну, с кем можно... Ну, Татьяна Николаева, замечательный музыкант, умница, все. И, ну, совершенно-совершенно разные планеты. Например, я совершенно, казалось бы, нетипичный ученик Александра Борисовича Гольденвейзера, потому что он был очень ортодоксален, он был по-мудрому консервативен и так далее. А я, ты сам знаешь, вот, позволяю себе, вот. Не дай бог всерьез начать к себе относиться. Надо все время очень иронично к себе относиться. Это уберегает от очень многих стрессов. В начале 2009 года в Калининграде состоится цикл концертов Дмитрий Башкиров и его выдающиеся ученики. Уже известно, что первым выступит пианист Вадим Руденко. Это невероятно одаренный человек, у него изумительный пианизм, звучащий, и у него естественная музыкальность, у него прекрасная виртуозность.
Я буду очень рад, если он по старой памяти, значит, будет участвовать в этом цикле, потому что я всегда к нему с человеческой симпатией тоже относился, потому что он очень позитивный и хороший человек. Что касается его учеников, мне очень нравится, исходя из того, что я слышала по отзывам, читала, мне очень нравится, что он относится к ним с огромным уважением. Причем с огромным уважением к индивидуальности и к таланту каждого. Конечно, у Башкирова совершенно особенные ученики. Как любит повторять маэстро, учитель, научи ученика, чтобы было у кого тебе учиться. Например, Луис Фернандо Перес уже сейчас имеет репутацию одного из лучших исполнителей Испании. Лучший исполнитель в Европе испанской музыки, который получил сейчас к столетию со дня смерти Альбениса почетную медаль Альбениса, которая только до него имела знаменитая испанская пианистка Алисия де ла Роча. Одно занятие, насколько вот отзываются его ученики, одно занятие – это на долгое время хватает пищи для размышления, для отработки каких-то технологических деталей, для осмысления вообще такого глобального осмысления вот, искусства. Денис Кожухин попал в класс к Башкирову в 14-летнем возрасте. Перед прослушиванием Дмитрий Александрович сказал: «Я таких малышей в класс не беру». Однако после прослушивания он взял Дениса в свой класс. В нем есть та гармония, в хорошем смысле слова, в его человеческом облике и в музыкантском, которая очень привлекает к нему публику. И он редкой гармонии и благородства личность тоже, как это. И это чувствуется в его игре. Так в чем же состоит главный урок Башкирова? Признаться, я много думал над этим. Может быть, в искренности Дмитрия Александровича, в его непосредственности восприятия и переживания на сцене, в его служении искусству, в его жажде постоянного самосовершенствования. Безусловно. И все же главное, на мой взгляд, это стремление Башкирова быть и оставаться честным в искусстве. Учиться музыке всем полезно, но делать это своей профессией, учитывая конкретную ситуацию сейчас, нужно думать о том, готовы ли вы ли они посвятить свою жизнь музыке, которая требует всего себя отдать этому. И готовы они пойти на те жертвы, и материальные, и так далее, которые, я говорю, не о одиночках, а все. Это трудная стала профессия. Это мало, так сказать, практичная профессия, и так далее. И поэтому я считаю, что два фактора. Настоящая одаренность и ощущение каждого индивидуума в том, что он без музыки не сможет существовать как профессия.